Сегодня университетские музеи не принимают посетителей, поэтому они объединяются для создания онлайн-коллекции. Это отличная возможность окунуться в историю, не выходя из дома. Директор музея истории Казанского федерального университета Светлана Фролова презентовала проект «Университеты объединяют коллекции» и объяснила, каким образом он работает. Предложила своим коллегам проект «Университет объединяет коллекции». Он связан с тем, что университетские музеи иногда даже не имеют своей страницы на сайте вуза. А если она есть, то она не позволяет порою показать все возможности, всю коллекцию, все богатство этой коллекции и рассказать о ней. Поэтому возникла такая идея, что сначала в соцсетях мы будем выставлять статьи про ученых, которые работали в разных городах. Проект позволит сделать коллекции доступными, развить онлайн-сообщество музеев вузов для реализации научных и образовательных проектов. Лилия Баталова, Универньюз.